В УПЦ заявили о подготовке Киевом новых провокаций. Главам сельских советов Винницкой области 22 декабря начали поступать звонки от вышестоящих чиновников с требованием оказать активное давление на священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви УПЦ. Помимо этого, сельским старостам посоветовали организовать провокации возле храмов, а также озаботиться вопросом перехода местных жителей из канонической церкви в новосозданную так называемую Православную Церковь Украины, сообщается на сайте УПЦ. Со своим уставом Константинополь подготовил документ для новой церкви. Вселенский патриархат подтвердил свое намерение предоставить автокефалию Украине. Отмечается, что власти региона готовы также завозить в сельскую местность псевдоприхожан, которые примут участие в фальсификациях решений приходских собраний. 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской Православной Церкви. Ранее 20 декабря Верховная Рада лишила Украинскую Православную Церковь, УПЦ, название. С инициативой запретить канонической церкви называться украинской выступил народный депутат Алексей Гончаренко, блок Петра Порошенко. Законопроект поддержали 240 парламентариев. В своем новом названии УПЦ должна указать принадлежность к Московскому патриархату. В Русской Православной Церкви РПЦ считают это решение дискриминацией. 15 декабря на Украине состоялся Объединительный собор. Главой новообразованной так называемой Православной Церкви Украины был выбран митрополит непризнанного Киевского патриархата и Епифаний, Сергей Думенко. Ожидается, что Томас об автокефалии Константинополь передаст Киеву 6 января. До Объединительного собора в стране действовали три православные структуры. Признанная мировым православием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, а также непризнанная Украинская Автокефальная Православная Церковь, УПЦ и Киевский Патриархат. Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви. 20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты так называемого автокефального собора. Он отметил, что на Украине обнаруживается глубокое расхождение предстоятеля и иерархов Константинопольской церкви с православной канонической традицией.